нападение, которого мы все ждали, так и не случилось. Некогда непобедимая империя начала рушиться. Маленькое восстание стало могучей силой. И с решительной победой в битве при Эндоре страшной власти Императора пришел конец. После войны Зеб взял Калоса по секретному пути в гиперпространстве к планете Лира-Сан. И тогда Калос увидел, что он не уничтожил народ Лосатов, и они процветают на своей новой планете. Планете, где его рады были принять как своего. Гера сражалась в битве при Эндоре, как и командир Рекс. К тому времени в команде Призрака появился новый член. Спектр 7, Джейсон Синдула. Рожденный летать, как и его мать. И что ж, мы все знаем, каким был его отец. Что касается меня, я думала, что Эзра рассчитывал на меня в защите Лотала, к планете и народу, которой он был так привязан. Но однажды я поняла, что это далеко не все. Я должна была сделать что-то еще. Эзра где-то там. И пора вернуть его домой.